Ресторан подарил возможность пообщаться, оценить угощение по строгим меркам коллег, послушать музыку, потанцевать и получить заслуженные награды. Их от имени главы города вручила его заместитель Людмила Терещенко. Ветераны отрасли, создатели самых современных магазинов и кафе, говорили каждый о своем детище с большой теплотой и любовью. А такое отношение к делу всегда заметно. Когда занимаешься любимым делом, то каждый день это как у художника вдохновение, так у повара приходит новое блюдо. Вот. И так как я занимаюсь этим уже порядка более 10 лет, то я тоже уже прониклась этим. И мы придумываем новые блюда абсолютно вот в тандеме вместе с поваром. Что-то я, что-то он. Делать свое дело с любовью и дарить это чувство людям – это главное, чего мы всегда ожидаем от работников потребительской сферы.